перед тарелкой с прекрасной едой. Да, еще медом приправили. И что теперь нужно делать? Конечно, поблагодарить Всевышнего. Это делается как медитация в тишине. Я благодарю Всевышнего за то, что Он дал такой прекрасный день, солнечный. Дал много еды у меня на столе. Дал мне здоровье. Кстати, сегодня, можно сказать, второй день после, так как могу считать выздоровлением от ковида. Да, всем привет на этот счет. Вот, и в общем, я чувствую себя уже здоровой полностью. Я счастлива. Я благодарю Всевышнего, Он мне помогал, конечно же.